Друзья, всем привет! Если вы хотите меньше заниматься уборкой, и у вас, например, вот у меня раньше так было, на первом этаже всегда очень много было пыли на мебели, пол, двери и так далее. Есть такой способ, он универсальный, часто его используют горничные, если вы не знали. И этот метод заключается, что нужно сделать раствор. Делается очень просто. Я беру в аптеке вот такой вот глицерин. Также понадобится обычная поваренная соль и вода. Очень простой рецепт. На 100 мл обычной воды я добавляю 1 чайную ложку соли. Обычной поваренной соли, которая есть на кухне каждой хозяйки. Перемешиваем. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. И сюда пол чайной ложки глицерина. Глицерин продается у нас в аптеке. Перемешиваем, смесь готова. Если вы сделаете раствор побольше, то этим раствором можно и нужно протирать полы. Пыль не будет садиться. Ну, а я этим раствором протираю мебель, двери. Особенно вот у меня такие темные, очень хорошо видна пыль. И чтобы этого не было, этот раствор прям защищает. Результат отличный. Есть ощущение чистоты в доме, свежести. И если вы хотите, чтобы был также приятный аромат, можно сюда добавить несколько капель эфирного масла. Часто я так делаю. Друзья, напишите под видео, как вам этот способ. Мне он очень нравится, часто пользуюсь. Пыли действительно нет. Может быть, у вас есть свои секреты, какие-то хитрости. Жду реакции под этим видео. Всем пока!